Радио 54. Охватило это мероприятие не только вот Сибирь, но и большое количество наших в Новосибирске учреждений. Мы проводили мастер-классы и в НГТУ, и в городском центре изобразительных искусств, в ГПНТБ, в центре Сибирь-Хоккайдо. Очень интересный праздник прошел в гимназии номер 4, День саппора, по традиции уже ассоциация дружбы саппора Новосибирск, где президент Амана Хасагава, они приезжают каждый год, привозят подарки, рассказывают о своем городе. Наши едут туда, учителя перенимают опытом образовательных процессов и технологий Японии, японцы к нам. В общем, то есть там сейчас проходит фестиваль «Российская осень» в Японии. Мы хотели бы это. Люди всего мира знают, что такое барабаны. Они бывают, ну, японские, это просто... Об этом нельзя рассказать. Это нужно увидеть и услышать. Они же там тоже как-то подразделяются, да? То есть там разных видов. Да, разных видов. По звучанию отличаются. Там целая книга, которую можно рассказывать. Я вот был 26 мая в Большом театре на официальном открытии года Японии России. И они, японцы, привезли вот этот вот самый лучший свой японский. Вы слушали, да? Это Большой театр. Здорово. Подпрыгивал от этого барабанного боя. И у нас есть надежда, что мы новосибирцев познакомим с этим видом, жанром культуры. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.